Быстрее ставь лайк и будешь учиться на одни пятерки! Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверкус, и сегодня у нас будет нереально эпичное, мега-крутое сравнение машин в игрушке под названием Scrap Mechanic. Всем здорова, ребята! В общем, друзья, сравнивать мы будем сегодня две абсолютно разные тачки. Первая машина, ребят, у нас вот такая вот гоночная, похожая на Формулу-1, но мне кажется, она гораздо круче, чем обычная Формула-1, и противостоит нашей Формуле-1 вот такая вот огромная машина с двумя двигателями, Некит, посмотри, какие они огромные, огромное количество трубок, боже мой, это нереально клево. Некит, давай начнем обзор наших машин. С какой будем вообще смотреть? Да я не знаю, на самом деле глаза разбегаются. У них у всех такая адская мощность, вообще, адская красота. Я согласен, блин, братан. Реально, давай начнем с формулы. Кстати, у нее тоже двигатель торчит. Правда, он у нее здесь один. Ну и давай, короче, я сяду, скажу, что делаю кнопки. Одна кнопка. Братан, посмотри, что она делает. Она просто поднимает у нас вот так каркас, и все, больше кнопок нет. И все, можно полететь. А что сзади за макароны такие? Это зачем? Вот это зачем? Чтобы она не перевернулась. А, наверное. Всё, потому что она... Что такое? Ты видел, как я подлетел? Нет. Некит, а может я еще раз попробую так сделать? Ну-ка, смотри. Как? Вот так вот бей по колесу. Видел? Да, у меня не работает. Нет, ты подпрыгни, вот ударь по колесу и запрыгни на него. А, понял. Понял? И запрыгни, братан, сейчас. Ну, что-то не получается у тебя. У меня тоже не получается. А, я тоже не получается. А я не знаю, как я... Короче, у меня получается, братан. Короче, у меня тоже получилось. Я не знаю, это реально прикольно. Давай сядем, короче, за эту машинку. Тут, кстати, одно место. Садись, братан, и говори, что делать кнопки. Ё-моё, пять кнопок. Смотри, первая кнопка открывает левую часть крыши. Вторая правую. Смотри, там, кстати, кнопочки. Так, третья. Ничего не происходит. Ты видишь что-нибудь? Нет. И четвертая. А, четвертое ускорение, пятое. Подсветка снизу. Подсветка, да. Блин, смотри, как Газпром какой-то. Она реально прокачанная тачка, ребята. Реально, да, Газпром похоже. Ну давай я сяду на формулу, короче, а ты уже сиди тогда в этой машинке. И, ребят, короче, у нас на нашу трассу не помещаются эти машинки, поэтому уже по традиции мы просто поедем рядом с трассой. Так нам никто и не сделал большую трассу, ребят, хорошую. Так, давай, Некит, ты готов? Давай, я готов. Давай, раз, два, три. Без шансов. Без шансов. Щеманул. Без шансов, ребят. Офигеть. Вы видели, насколько быстро она поехала. Офигеть. Офигеть, куда братан. Ты унесся, братан? Ты только стартанул, нет, кстати, я уже финишировал. Ну давай, газуй, газуй сейчас. Но нет, у тебя все равно быстрее машины, чем у меня. Так смотри, странно. Я просто еду, братан. Я просто она, далеко. Блин, она в принципе достаточно хорошо прокачанная. Она очень красиво выглядит. Ой, она конец карты. В принципе мощно выглядит. Ты про так. большую, да, машинку говоришь сейчас? Да, да, ну, да. Ну да, она реально прикольная. Она не едет, блин, почему? Но самое интересное, это как будет все, братан. Ой-ой-ой. А я заметил, что делает третья кнопка, кстати. Что, говоря. Что, что, что? Она занижает автомобиль. А, можешь от меня отъехать, брат? Да пытаюсь. А-а-а, застряли! А-а-а. Застряли! Бампера да, бампера всё. Приклеились. Так, братан, предлагаю поменяться машинками и Нет, а нет, она не поднимает. Ну ладно. Я не знаю, что она делает, реально. Так, блин, братан, я не знаю. Пал. Открой мне, пожалуйста, а как? Вверх. Давай, все. Один, вылазь. Два там. Вылазь. Все, вылазю. Все. Да, ой, а что это оно так подпрыгивает-то непонятно. На четверку ускорение, да, братан? Едет. И все. Так тут да. пять кнопок. Ну. А пятая. Я говорю, я все. Не знаю, что делать. Я поехал. Ну слушай, прикольная тачка, братан. Что? Нереально как ты прикольно. На ней ездил? Да, вот так. Она ультра быстрая, братан. Ты аккуратно там нажимай слушай, на газ. Слушай, но мне кажется, она очень легко пройдет все препятствия. Не знаю, у нее очень длинный бампер. Ой, ты что взлетел? Ты дурак? Я реально полетел. Ты куда полетел, Некит? Ты нафига улетел? Я ж тебе говорил, эта штука не просто так здесь. А, то, что она поднимает и взлетает машинка у нас? Да. А, понятно. А у меня что, у меня колеса до сих пор? Вау, братан, я сделал сальто! Я брейкдансер! Друзья, машина сходит с ума! Некит, ей машина у меня машина сама лезет! Я не знаю, у нас что-то сломалось, братан. У нас сломались машины, братан. Посмотри, у меня она сама просто катается. У меня тоже брейкдансит машина, братан. Я предлагаю, Некит... Она у меня летает. Предлагаю вылезти, поставить на подъемник и да перезайти погоди, в скрап-механик. Нет, давай просто сначала попробуем только на подъемник. Ну смотри, ладно, я просто поставил, вроде норм сейчас все. Так. Но у меня 20 FPS, Некит. Ну погоди, я просто... О, все, вроде норм.
Все. Именно из-за этого. Я не знаю, ребят, какие-то. Оно реально сейчас брейкдонзило. Колюченные машины сегодня у нас с тобой, братан. Это, наверное, из-за скорости такой. Наверное. Они, наверное, не это. Ага, братан. Не фиксируется с такой-то скоростью. Так, ребят, короче, сразу прям я на этой машине некий ломаю бампер. Прям сразу. Оу, пролетел просто. Красавчик. Ё-моё, а у меня еще эта штука, короче, которая должна отсоединяться, она просто отлетает, а, короче, понял, вверх. Понял, понял. Братан, помоги мне бампер отломать назад, немножко, короче, потому что иначе я не так, заеду. Сейчас, никуда. Братан, прибегу. Так, короче, я вот так вот ломаю, ребят. Так, я, ребят, нормально. Короче, отломали бампер, вот там немножко еще, правда, там снизу некий давай, осталось, я, да, я, вот так я, вот, да, ювелирненько. Все, короче, предлагаю так, уже ну, ладно, на погнали, рампу да. ехать, все, пофиг, пройдет, не пройдет, ребят, это уже проблемы не наши, а проблемы машинки. Это машины, да. Да, все, сейчас будем проходить некий, давай, я на этом гигантском монстре вообще жестком. Кстати, флаг России белый, синий, красный нарисован. Да. Все, братик, я включаю ускорители и поехал. Давай, я тоже. Найс. Ну и чё? Ну я проехал. А я, братан, застрял и все, и не проеду. О, а ты ускорение включаешь, кстати? Так, конечно, на четверочку, братик, ну ты ну, чё? В принципе, да, она бы не ехала. Обижаешь, она без ускорения вообще не валит особо. Так, как мне вылезти, братан? Подожди. Так, ну, так. Открывать сначала эти, свои окна так, верхние. Так, сейчас попробуем на эту заехать, ребят, так, трассу. Да. Я не знаю, получится у нас это сделать, не получится, но хотелось бы, чтобы она прошла. Да. Давай. Заезжай. О, смотри, на эту лучше, но все равно застревает. Смотри-ка, блин, у меня сомнений на самом деле не было. А, нет, все, да, прошла. На самом деле, она сначала застряла, Некит, а потом... Некит, ты сейчас рампу сломаешь. Что это такое? Она застряла, развернулась и не прошла. Развернулась и назад поехала. И получается, ты, Некит, не прошел на ней погоди, рампу. Можешь переставить мою машину, братан, сейчас, пожалуйста? Погоди, братан, не, мне погоди. Прям срочно, брат, я не могу вылезти. Срочно? Да. Срочно? Прям что, реально срочно. Серьезно? Переставь, пожалуйста, я не могу вылезти. О, из подъемника, спасибо. Все. Я сразу поехал, Некит, на другую давай, рампу. Давай, давай, я пока машину разверну. Поехали, ребят. Как вы думаете? И все, Некит, я не хочу. Она не проходит. Некит. Так. Она просто не проходит эти препятствия. Ей они не по зубам, братан. Но последнее-то оно должно проходить. Просто не само по зубам. Так это предпоследнее сейчас у меня. Ну так а вот почему она задом у меня не едет, братан? А потому что задом у меня тоже, кстати говоря, машина не едет, я не знаю почему. А ты можешь меня переставить тогда? Опять! Ну да. Так ты вылези из машины. Так оно мне не вылазит, Некит. Так на 1-2 нажми. Так видишь, оно у меня прыгает, брат. На КТРЛ. На КТРЛ жму, она прыгает. Не понимаю. Некит, ну переставь ты. Сейчас, да сейчас, я как раз подъехал. Она рядом с рампой застряла просто. Поставь сразу на дорогу. Не, правильно меня поставь, братан. Выровни. Ой, подальше, за рампу поставь. Начинается вот это, вот подальше, да, за рампу. За эту, это называется перед рампой, это у меня за рампу. Вон ты как хочешь. Все, давай, убирай с подъемника. Ну. Ну, убирай, Некит. Да погоди сейчас. Ну, Никита. Да я выбрал свою машину. Все, поехал, я поехал. И последнюю рампу не прошла. Все, я обиделся на эту машину, Некит. Я не хочу на ней больше проходить ничего. Все, я иду к вам, Никита. Я иду к вам. До свидания. Все, я расстроился. Давай прокатимся, братан. Да, я сяду. Садись на задние колеса. Как которые, я не знаю. А может, кстати, просто прилепить. Да, я попробую сядь. Хоть одну рампу, братан. Просто короче. Ну ладно, сядь. Давай вот так сел. Встал. Ты сел? Встал. Все. Давай. Так она меня скинула. Тебя скинула? Так, конечно, она скинула. Давай просто попробуем прокатиться вперед. Так оно так не получится, братан. Ну попробуем. Да, я хочу. Нет, сядь. Как я сяду-то? Хотя, нет, давай, вот, ну, садись куда-нибудь, я сейчас, ну, давай я себя поставлю в сиденье, а ты садись за руль. Давай, и я хочу рампу проходить. И газуй на вообще максимум. Вот так вот? Так я хочу рампу пройти, братан. Я ж на ней не попробовал еще, как оно проходит, даже не знаю. Давай, так, назад. О, господи, как же это сложно. Она вообще фигово поворачивает. Как же это сложно. Она вперед. А мы теперь еще и мир не видим. Не, я вижу, вон он. Серьезно? Прямо? Прям хорошо его вижу? Прям шикарно, прям вижу там вот, да, он. Вот, все вижу. Вот, так, все, сейчас хочу, ребят, я рампы пройти на этой машинке. Попробуем, не знаю. Полетит просто. У-ху! Ё-моё. Так, видите, ладно. Летает, мне конечно. Хочется пройти именно вот эту вот рампу. Давай. Вторую. Потому что на ней именно было... вот эту вот рампу. На ней делаешь, было да. прикольно всего, ты там подлетел жестко. Чё опять за механика? Да как оно разворачивается, братан? Не понимаю, чё оно не разворачивается-то? Во! Во, нормально. Давай. Короче, братан... Если чё, на подъемнике. Так, только не говори, что... Тихо. Что? Лайфхак, братан. Абсолютно. Абсолютный лайфхак. То есть, я даже, кстати говоря, хотел этой машине бампер оторвать. Смотри, но... она в цвет дороги покрашена, кстати. Вообще.
Так-то да. Ну все, изи, братан. И полетели, и давай полетели! В космос. Космос, все, улетели в космос на машине, ребят. Да. Просто вот так вот. Бам-бам-бам. Ну, в общем, друзья, в принципе, на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю серию. Она получилась какая-то странная, непонятная, но в то же время действительно очень интересная. Поэтому я хочу попросить вас поставить большой палец вверх, обязательно подписаться на все наши каналы, ссылочки будут в описании. Также, друзья, не забывайте, чем больше вы напишите положительных комментариев, тем больше шанс попасть в следующий ролик «Лучший комментарий». Ну, а с вами сегодня были Оверкус. Напишите в комментариях «Формула-1», если досмотрели ролик до конца. Ну и, друзья, спасибо вам за просмотр. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, про лайки, колокольчики тоже не забывайте. Все ссылки будут в описании. Еще раз, с вами были Оверкус. Повторяюсь, всем пока-пока. Пока, ребята!